потом уже, потом я немножко еще на этой новой машине поездил на море. И в это время начал очень сильно развиваться Uber. И один мой друг все мне рекламой говорил словами этой рекламы. Да ты будешь сам своим боссом там, да ты босс, да едешь, работаешь, когда хочешь. Ну и в общем... Он не знал, что у тебя есть. В общем, все это так вот крутилось, мутилось. И я помню, под Новый год я перестал выходить на этот мувинг. Сказал, что надо отдохнуть там немножко, отпуск взять. А еще сбил один товарищ, он собирался открывать компанию и говорил, что мы будем, значит, траком таскать машины там и тоже такой вот перевозочный бизнес. Все это не получилось, я ушел с этого мувинга, и я уже понял, что, наверное, не надо на него возвращаться, типа, тем более есть машина, на которой можно заниматься Uber'ом, и все, и по сегодняшний день, грубо говоря, месяц назад я ездил в Uber'е, пока все это вот не остановилось карантином. Потому что сейчас открываешь карту, и все голое. Вот так. Это моя работа. А Марина, у нее своя работа. Вписываем ее? Конечно. Давай. Когда мы переехали, у нас был очень маленький Сашка, и я нигде не работала. Оксана, просто по времени, как ты рассчитываешь ролик, ты нас, если мы заговариваемся, ты нас можешь... Да, то есть я понимаю, что в самом начале, когда ребенок маленький, женщина сидит дома с ребенком, потому что детский сад очень дорого. Я это прекрасно понимаю. Просто сейчас, что ты сейчас делаешь? Скажем так, первая моя работа была, это я готовила дома на заказ еду и развозили в семьи, которые нужна еда. Вот, кто не справлял, ну, кому-то, может, дети, кому-то нужна диетическая еда, я неплохо готовлю, скажем так. Вот. Вторая моя работа была, это няня. И попробовав работать няней здесь, в Америке, я поняла, что я хочу в этом направлении развиваться. И я пошла учиться на учителя дошкольного образования. И не без подсказки нашего друга, который сказал, что учитель это везде всегда пригодится. То есть вы работаете в детском саду? Нет, сейчас я получаю образование, чтобы быть учителем дошкольного образования. Марина сейчас учится в колледже на учителя. На учителя какого класса? Киндергарден? До киндергардена. Прискул? Да, прискул. Но потом я планирую, сейчас, правда, я не могу точно сказать, как это будет выглядеть или нет. Через полтора года я оканчиваю колледж, и я планирую университет. Возможно, это будет работа и онлайн-классы в университете, чтобы... Либо это будет полная занятость, то есть студентом. Пока не знаю, сейчас этот карантин, как он здесь сломает, какие системы, непонятно, как дальше, что будет, как мы будем выходить из этого всего. Ну, насколько я знаю, вот, например, вот если я говорю тебе о пенсиях, иногда меня спрашивают, я думаю, вот я сейчас немножко скажу. Вот, допустим, если вот Мариночка вот устроилась в школу, вот, например, у нас в школьной системе, у нас есть прескул, тогда четырехлетки, они именно в школах, то есть школы, то есть и дети ты их возишь не в детский сад, а в школу, они там в форме у нас ходят. И вы учитель получается там. И если ты у нас в Алабаме, я не знаю, какие в Калифорнии законы, вы знаете, если ты 10 лет проработал, то некоторые даже идут и 50, и 60 лет работать в школьную систему, там даже там на телефоне сидеть, там секретарем. Через 10 лет у тебя уже государство дает пенсию. Не только social security пенсия, но тут тебе, как говорится, больше. И я, например, недавно говорила с одной учительницей, мы им ремонт делали. И, ну, она стояла, я помню, на лестнице, ей было 60 с чем-то лет, она стоит на лестнице, такая худенькая женщина, и красит кисточкой сарай свой, то есть она нас поставила красить внутри, и я спросила, ну, у вас какая пенсия? Ну, дом у них был шикарный с бассейном, там, правда, и муж бывший инженер, но... И она мне сказала, говорит, когда она была учителем, она получала где-то почти 2000 в месяц, после всех налогов, где-то так, 1000, то есть она получала мало. Вот, я так думаю, может быть, в Калифорнии учителя получают больше, чем в Алабаме, потому что я знаю, у нас разница по ценам, если ты тут в Алабаме в Макдональдсе, тебе $7 в час, у вас, я слышала, там $14 в час, но я не знаю, то есть я так слышала, и в Чикаго $11 в Макдональдсе. И вот учительница говорит, и говорит, сейчас я получаю, говорит, и говорит, от государства, Social Security, и говорит, у меня, говорит, пенсия, говорит, по 3000, говорит, я в месяц получаю. То есть она лучше живет на пенсии по деньгам, чем когда она работала учительницей. Вот.
Так что вот это вот очень интересно, то есть есть пеншины и social security, очень интересная фишка. Поэтому обязательно, когда пойдешь работать, не иди в детский сад, ты именно ходи в школу, потому что школьные системы, детские сады, ими владеют частные лица. Ну, во всяком случае, я просто видел, есть дошкольная, есть просто прискул-система, есть при садах, а есть при школах. И лучше, когда ты пойдешь в школу. Блин, бесплатные советы раздаю опять. Надо за это деньги брать. Надо за это деньги брать. Ну вот у нас Сашка ходил как раз вот в такую... наша школа Elementary School. Вот при ней как раз вот этот вот и... Transitional Kindergarten. Потом Kindergarten. И потом только первый класс. И поэтому вот Марина тоже в такую схему... Сейчас с тем образованием, что у меня есть, я уже могу работать ассистентом учителя, но я хочу выше. Понятно. Потому что ассистенты учителя, они могут быть, они без образования, и им платят там как минимальное, $7, $8 в час. Вот. Так что молодец, это хорошо, что вы составили себе план. Вам деньги государство какое-то дало? Меня подписчики спрашивали, я скажу подписчикам. Я подавала на бизнес-грант, потому что мы бизнес-лесли пейнтинг делаем, ремонт американцам. Нам дали 2000. Я их положила в сбережения, и я так подумала, я не поняла, если честно, это грант, типа подарок, или это, мол, государство дает как бы взаймы продержаться на плаву, типа, а потом надо отдавать. Но еще я не знаю, я на этих деньгах буду пока сидеть, они пусть лежат. А на семью дали так, всем сказали, что на каждого ребенка дадут по 500, а на каждого взрослого 1200. В общем, дали на меня, на Сергея 2400, плюс на там Дары Ваню по 500. Но на Джесова старшего, которому 18 лет, ничего не дали. Ни ему лично не прислали ничего, и нам ничего на него не дали. Потому получается, он как бы как говно в проруби получилось, не знаю. Вот, в общем, вот так вот. Я думала, интересно, говорю, как же они, ну, как это так, почему? Я думала на него тоже что-нибудь. Ну, мы добавили день, мы, короче, что сделали? Мы добавили и машину ему купили. Мы купили Mitsubishi Eclipse спортивную машиночку, юзанную, вот. Но мы кешем отдали, хоть одна машина в доме не в кредит, да? Вот. А получается, вам дали на всех троих детей по 500, да? Да. Хорошо. Ну, так же в банк положили, все как вот. Вы открыли счет, наверное, один день и увидели, там деньги лежат. Да, они пришли на счет, на наш текущий расчетный счет. Как-то. Ну да, на чек на аккаунт. Вы знаете, так получается, знаешь, некоторые говорят, у меня есть знакомая, она мне прислала ролик о том, что вот это весь коронавирус, чтобы всех вакцинировали насильно, чтобы потом всех чипизировали. Но мне кажется, на самом деле мы и так все чипизированы. У нас в телефоне вся информация. Они знают, где лежат наши деньги. Если они нам могут положить эти деньги, значит, они могут в любой момент зашкирять и забрать. То есть и так, они знают все и так. То есть зачем еще какая-то чипизация? Вот ты с этим телефоном вечно ходишь, кому надо, они посмотрят. А, она там. Потому что у нас у риэлторов так же. То есть если я иду в какой-то дом, и если даже я не зайду в сайт риэлторовский и не отмечу, что я иду смотреть этот дом, но у нас есть электронная коробка, которая открывает и достать ключ. У них сразу в системе будет, кто открыл. Я об этом не знала 100%, но у меня так получилось. Я забыла положить ключ на место. Сергей его поставил в кармане. Мы забыли закрыть эту коробку, мы с ним болтали и уехали. Через 2 часа мне риэлторша звонит и говорит: «Оксана, ты была там на этом пропорте, где ключ?» Я так: «Сергей, где ключ?» Да. Он здесь. И, короче, я говорю, обратно принесу. То есть она получила, как говорится, алерт, ну и как бы сигнал, что вот такая-то там была. Так столько-то часов этот висит открытый замок. То есть мы здесь так все типизированы. Наверное, ты когда на работу приходишь, как Uber, ты тоже должен войти в систему, что да, конечно. Ты уже на звонке, да? Конечно, конечно. Входишь в систему, и все, и они полностью видят мой маршрут, где я еду, когда я еду, куда я еду, с кем я еду. И потом бывают вот такие всякие ситуации, иногда случаются по перерасчету. Например, ну вот было у меня буквально совсем недавно, скажем так, это 3 месяца назад. Возил я парочку,
Я не буду ни национальность, ничего не говорить. Заказ пришел хороший, Excel. Это получается 1,5 ставки от обычного заказа X. То есть, ну, это хороший, богатый заказ. И садятся двое. Понимаешь, то есть это уже хорошо. То есть вместо 6 ты садишь двоих, получаешь больше, и потом я смотрю, мне везти их 78 миль. То есть это, ну, просто вообще сказка, понимаешь? Я их везу, они выходят, говорят, что мы сейчас поедем дальше. Подождать надо. Типа мы сейчас сходим в домик, тут тусанемся. Вот, ну я думаю, ну елки, хороший заказ, может еще куда поеду. Вот, она вводит адрес и показывает адрес мне ехать обратно. 78 миль, понимаешь? Ну я, зачем мне отказываться? Вот, и получилось, я их ждал. Полчаса где-то ждал. Они сели, переехали еще в один дом. В результате у меня заказ получился где-то, ну, по-моему, 4 часа, там что-то такое, пол нормальной смены рабочей, грубо говоря, да? Вот, и все, я такой красавчик, там хорошие деньги, а на следующее утро мне приходит сообщение от Uber, что типа клиент отказался, что это типа обман и все такое прочее. Ну, в результате переписки они все проверили, где я ездил, проверили, где был клиент, и мне вернули деньги. То есть... Они видят и меня, и пассажира, и что мы рядышком, и все дела. Блин, надо же, попытались это обмануть. Это такая схема часто случается. Ну, как часто? По крайней мере, за мою практику такое было, ну, 5 раз, наверное. Угу. Понятно. Иногда Uber, например, ошибается, там заплатит. Бывает меньше, бывает иногда даже больше заплатит, а потом приходит сообщение, что типа неправильно посчитали вашу дорогу, ваш заказ уменьшается там или увеличивается. Вот, то есть такое есть. А про... Расскажи, как наш мэр говорил, что мы видим, что движение уменьшилось по телефонам. Да. Я слушала, как выступал наш мэр, и он говорил, что типа вот спасибо, что когда только вот эта вся заварушка начиналась, и только нас посадили на карантин, прошли первые, по-моему, выходные в карантине, и он, выступая, поблагодарил, что откликнулись, что видят, что передвижений стало меньше, что меньше ходит. Он сказал, что мы видим по телефонам, что вы больше остаетесь дома. Знаешь, поэтому пока мы тут с собой влог записываем, они знают, что мы дома. Тревожи кто-то тоже записывает. Да, именно. Еще, вы знаете, да, у нас тоже в Алабаме тоже карантин, но, наверное, не такой ужасный, как у вас. Но у меня с работы есть. То есть я работаю как риэлтор, в каком плане? Со мной связываются клиенты из других штатов, которые поняли, что надо рвать когти, что им вот, не, вот тут вот их вот городки там в маленьких квартирах на холоде, и они уже смотрят дома здесь, в Алабаме, потому что у нас цены на недвижимость очень низкие, и у нас особенно сюда хорошо приехать пенсионерам, у которых уже есть пенсии, и они могут продать дом свой подороже и переехать. То есть я, получается, на телефоне и с Мари дома помогаю им определиться. И я работаю еще и с Сергеем. Мы сейчас, например, один дом красим, люди купили, там шкафчики красим и все такое. То есть, слава богу, то есть у меня нет ощущения, что этот карантин на нас как-то очень сильно прям повлиял. Вот. А что касается того дома, где я гипсокартон как бы держал, на который вы написали смешной комментарий, я именно благодаря... Иногда, и получается, люди могут мне писать, я мало замечаю, что пишут. Но когда кто-нибудь напишет что-то смешное, я сразу вспоминаю, кто мне написал. Из подписчиков, да, я сразу... О, ну-ка, кто это? Надо посмотреть. Вот так. Вот, то есть у меня так мозги сразу заточены на чувство юмора. А на том контракте нас кинули на штуку баксов. И я сделала такой ход, я не стала ничего требовать, просить, я просто оформила специальные документы, и он свой этот сраный дом, который мы помогали ему чинить, он его не продаст, потому что у меня, я же подрядчик, он нас нанимал официально, то есть он нам заплатил первый пеймент, серединный пеймент, и последнюю оплату он не сделал, вот, хотя это все было, то есть, он находился в другом штате, его брат приходил, проверял, и все вроде устраивало, и мы думали, мы будем дальше продолжать. А он, наверное, решил сэкономить и других нанять. Ну что, ну, так вот, бывает, когда люди делают. И есть такая вещь, называется mechanical lien. Mechanical, механический lien, это как, типа как долг. То есть я пошла в суд, и я сделала документы так, что теперь этот его дом, то есть не продастся, пока я не получу свою 1000 долларов.
На должность. То есть, короче, да, то есть он даже не знает об этом, пока он не возьмет, когда он его не закончит его там реставрацию. Он же купил там за 7 тысяч там какое-то говно, да, сдохшее, да, и он стал вкладывать и восстанавливать. Там даже если он 50 тысяч вложит и там за 80 продаст, ну, в общем, и у него раз, и будет такое, оба-на, а вы не можете продать, у вас это. Так что, я думаю, когда я этот чек получу, я его покажу подписчикам, эту историю уже как отдельно расскажу. Но надо иметь в виду, некоторые люди думают, они сейчас кинут подрядчика, и все. А подрядчик, умный подрядчик, вместо того, чтобы там писать угрожающие письма, идти в суд, он просто идет и, ну, есть бумага, и, в общем-то, это есть процедура, я там заплатила 3 копейки, чтобы там это раз, и все, в судебном деле на их доме висит эта фигня. А иногда люди даже не знают, они могут годами висеть с этим долгом, жить. И они понятия не имеют, никто им не пришлет бумажку по почте, а вы знаете, там вам против вас такое дело. Да нет, они когда вот захотят дом продать, начнут оформлять документы, им скажут, а, кстати, и вот еще вот столько-то, еще столько-то вы должны не только своему брокеру за то, что вам недвижимость продали, но еще вот этим гаврикам, кого ты хотел опустить. Вот и все. Оксана, так получается, у вас тоже часто бывают случаи, когда... Ну, нет, это было первый раз. Первый раз. А вот до этого тоже у вас какая-то была ситуация, мы смотрели, что там тоже какие-то проблемы были с оплатой. Там была оплата. Это давновато было. Это было давно, и там было как просто человек, то есть я заключала договор с мужем, а потом получилось так, что когда мы хотели, там было всего $600. То есть, в принципе, я могла бы, она нам не дала закончить, они нам не дали закончить. Они сказали, мол, вот давай, вот ты слишком дорого с нас запросил. То есть она, значит, с кем-то там говорила, и что ей сказать, что ты слишком дорого с вас взяли. Вот. И поэтому она хотела, чтобы мы ей сделали, чтобы она меньше заплатила. Но он не стал ничего делать, Сергей, он разозлился. А так, в принципе, мы сказали, скажем, ну, давай тогда будет поменьше. Но он разозлился и послал подальше, и все, Потому что иногда люди не понимают, что везде будет действительно разная цена. Если, например, туда ездить 3 дня, и тем более потолки высокие, в историческом доме, надо все делать по-другому. Это не просто так, что как... И тем более, как есть разница, когда у человека нет лицензии. Есть люди, которые работают без лицензии, и они берут подешевле. А если ты пишешь лицензию, страховку, и почему мы должны туда ездить, в центр города полчаса, что-то там делать, 2 человека, когда ты вставляешь что-то... Ну, короче, то есть есть вещи, которые вот... Мы считали, что мы сделали нормально, но ее кто-то переубедил. И тогда еще я не знала, что можно лин сделать на дом. Тогда я не была риэлтором, я как риэлтор очень много узнала. Я же в школу ходила, теперь грамотная. Теперь хочу еще на инспектора что-либо учиться. Что-то это, мне сложно, я смотрю на дома не как риэлтор, как на инспектор. Как инспектор. И мне сложно так сказать, о, какой хороший дом! Так заходишь и говоришь. Вот. То есть мне только новые дома нравятся. Мне нравятся только новые дома. Хотя я и в новых домах могу увидеть небольшие какие-то шероховатости, но это не так важно. Вот. Так что когда вы будете уже на к пенсии, у вас будут, да, сюда валите. Что там вам? Калифорнии делать. Тут у вас будет свой риэлтор с хорошим домом. У вас будет свой риэлтор, у вас будут все свои связи, потому что я всех знаю нормальных людей. Понимаете, что риэлтор тоже риэлтору рознь. Поскольку мы сколько лет были подрядчиками, я знаю хорошего мужика, который дерьмо отсасывает из канализационных этих ям, который не кинет, да, отсасывает, выражу. Я знаю хорошего термитчика. Я знаю хорошего сантехника, который... То есть я знаю, у меня круг людей, которые могут проделать определенные виды работ, и вас не кинут, и они сделают качественно на совесть, электрик свой. То есть это очень важно, когда ты в каком-то городе. Вы, наверное, вы с этим сталкивались, когда вы никого не знаете, и вы надо кого-то нанять, какие-то работы сделать, и вы переживаете. Вот. И насколько это будет качественно, как это по цене, вас обманули или нет, загнули или нет. Правильно? Конечно, да. А у вас с термитами там тоже проблема, да? Да, вообще термиты везде проблемы. В Северных Штатах их нет. Но это надо в холодрыге жить, как говорится, зубами стучать. Я терпеть не могла, когда мы жили в Пенсильвании. Еще так, представляешь, да, дорога,
значит, тут дома, да, и тут твои машины. И ты, значит, а посередине проедет машина, которая ощущает снег. Она вот так вот едет, и тогда весь снег вот так вот, раз, и тебе еще, как говорится, сзади жалуется еще больше гора на твоей машине. Ой, ужас. Не-не-не-не-не-не-не. Ну вот мы когда штат выбирали, вот еще одной причиной было, когда мы потыкались и попадали на торнадо, и потом мы решили, нет, давай лучше поедем туда, где вообще супер классно. И вот зима, это тоже был один из критериев, что мы уже нажились в Беларуси вот так в зиме. Uh-huh. Вот. И сейчас вот этот год у нас был очень холодный. Мы приехали, у нас первые 4-5 лет было жарище редкое. То есть она была аномальная жара. И вот этот год последний, все, кто вот и наш друг, и все знакомые, и соседи, и вот на Uber я сколько ездил, пассажиры, они все говорят, что этот год аномально холодный. Было много дождей, и понимаешь, и я вот настолько отвык ездить по мокрым дорогам, я привык к хорошему, к сухому покрытию, ну то есть, когда едешь и не волнуешься, да, а тут на тебе, блин, не видно, дворники не справляются. И я думаю, елки-палки, ну как я ездил там по зиме, по этому снегу, по нечищенным дорогам. Это кошмар какой-то. Поэтому... Да здравствует теплый климат. Да. Да. Спасибо большое, что вы появились у нас в гостях. Надеюсь, подписчики посмотрят ваш канал и подпишутся. И будут вам писать, какие ролики их интересуют. Вот. И если дети недалеко, пусть они выйдут, ручкой помахают, помашут, если они хотят. Спасибо тебе за приглашение, за этот эфир. Нам это тоже важно и интересно. Привет! Это наш Антошка, привет. Старший сын. Антошка, Антошка, идем копать картошку! Приблизительно так. Антошка, да, давай. Дети! Катарин, Саш. Антошка у нас за полгода последних так изменился, вымахал. Вот прямо понимаешь, ну вот ты же по своим детям знаешь, что смотришь, и они вроде как не меняются, да? Ну, замечают, что они растут, но а это не так сильно. А потом растут, так... смотришь ролики старые, ой. Да, да. А это кто? За последние полгода у нас вымахал. Это младший мальчишка, да? Это и... Сашка. Привет, Саша. И девочку как зовут? Катарина. А? Катарина. Катарина. Ну, все замечательно. Вот видите, какая чудесная семья из Беларуси у нас на канале. Подписывайтесь на их канал. И мы давайте все так сделаем ручки. Так вот все сделаем. И мы всех заряжаем. На хорошее настроение, на здоровье, на благосостояние, на мир в семье. До новых... И чтоб коронавирус ушел. Да, до новых встреч всем. Пока. Пока-пока. Пока, счастливо.